Здравствуйте, прогноз на среду. Циклон продолжает свой путь над Уралом. Вместе с ним в наш регион идет холодный воздух, но небо понемногу проясняется и осадки становятся реже. В Челябинской области сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В Верхнем Уфале днем минус 1. В Златоусте и Южноуральске 0. В Сатке и Троицке 1 градус выше 0. И в Магнитогорске и Карталах до плюс 2. В Челябинске облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер северо-западный до 12 метров в секунду, порывистый. Сегодня днем 0 плюс 2. Атмосферное давление ниже нормы. Прогноз составлен по данным Центра ФОБОС. Хорошего дня! Стиль ведущих Пьер Карден. Шоппинг-центр «Капитоль».